Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаю новый влог, продолжаем ремонт в прихожей. Будет много интересного. Итак, поехали. Пришел джут, который заказывала на Wildberries. Так, я не знаю, это артикул. Ну, штрих-код, вот если что. Да, вот так он выглядит. Сейчас распакуем и будем наматывать на когтеточку. Здесь у нас 25 метров. И при ближайшем рассмотрении он выглядит вот так. Так, все, идем реанимировать когтеточку. Что, когтеточка готова. Я, кстати, не стала... Это игрушечка. Использовать клеевой пистолет или еще что-то. Я просто... Там вкручивается на болт и гайку. Вот эта деталь, труба сама, грубо говоря, да? Я ее туда подоткнула, саму веревочку, и плотно закрутила. Намотала и вверху сделала то же самое. Подоткнула конец, да, и плотно закрутила сверху вот эту часть. Вот, и все, как бы веревочка сидит плотно. Все отлично. Коту безумно понравилось, он счастлив. Сейчас сделаю вставку. И приделали ему еще вот такую игрушечку. Это уже на степлер строительный. Вот сюда степлером. И вот так она мотается. Распушили немножко вот этот хвостик. Ну, фокус. Мудрит на оптической стабилизации. В общем, распушили вот этот хвостик, завязали узелочком. И вот так игрушечка мотается. Он с ней играется. Он с нее вообще не слезает. Он если спит, то рядом с ней вот здесь. В общем, кот счастлив. Сколько у него эта когтеточка была ободранная без нормальной веревки. А теперь из 25 метров ушло большая часть. Мне кажется, метров 8 осталось. Поэтому, если обматывать еще раз, надо закупать. То есть 25 метров на вот такую вот палку. Сколько ушло? Метров 15 точно ушло. Это минимум. Там немножко прям так осталось по сравнению с тем, что было, да? Ну, классно. Я наматывала прям плотно. Все здорово, красиво, как новенькая, как теточка вообще. Огонь. Ляна, еще раз спасибо за идею, потому что я бы честно выкинула и купила новую, потратила бы деньги. Тут 300 рублей, и все. Красота. Максик, хорошо? И панели забрали вчера с Wildberries. Все такие же, все нормально, как бы. Все отлично стоят. А клей еще не пришел. Клей очень долго почему-то идет. Они у меня тут за дверью пока на кухню прячутся. Хочется уже доклеить последнюю стену. Клей все идет. Ну ладно, зато дешево. А вот и тот самый силанг, про который вы спрашивали. Капаю уже больше недели. Могу сказать, что спокойно, как танк. Вчера только заказала, и сегодня уже пришла полочка. Не полочка, а... обувница с сидушкой. Я искала под определенные размеры, смотрела в разных онлайн-магазинах мебель, в том числе в Хофф, у меня там баллы после шкафчика остались, котейка. Вот, но нашла самую дешевую, той же марки, мне вообще очень нравится, у них очень много классных полок. Летто на Wildberries, стол я, Ксюша, там покупала белый. Она белая, я ее уже на пункте выдачи распаковала. Вот смотрите, я не знаю, если кому надо, артикул сразу. Артикул Wildberries у нас где? Вот тут, наверное. В общем, я ее уже распаковала на пункте выдачи, попросила у них скотч, запаковала, чтобы до дома донести. Мне нужны были определенные размеры, да, чтобы она сюда встала и не мешала открывающейся двери, поэтому сейчас будем вместе с вами ее собирать. Так, достала. Все, это у нас сидушка белая. Внутри поролончик, судя по всему, сверху кожзам. Сейчас все распакую. Фурнитура в пакетиках. Начинаем собирать. Кстати, инструкция. Мне вообще вот эта фирма Letto на Wildberries нравится. Она есть и на Озон, надо смотреть. Но на Озон он, допустим, был 200 с чем-то. А на Wildberries 1700 с чем-то. Надо смотреть. Где-то бывает дешевле то на Озон, то на Wildberries. Вообще фирма Letto довольно бюджетная. Я довольна. Но вот столом Ксюшиным довольна. Так, что тут у нас? Вот инструкция подробная. Начинаем. Собрали. Вот такая дверца. Вот такие внутри две полочки открываются. Ну, вот так какой. За вот эту штучку. Ножки там черненькие. Заглушки были, все закрыли. Вот эта штучка мягкая. Это кожзам, по-моему. Она на липучке. Липучки такие достаточно плотные. В целом мне очень нравится. Сейчас покажу, как целиком смотрится в интерьере.
показываю, как смотрится в интерьере. То есть вот он возле шкафчика. Вот так. И вот так я уже посидела, мягенькая, удобная, супер, классная. Открываем. Я специально петли попросила вот сюда повесить, так лучше открывается. Открываешь, убрал ботиночки, закрыл. Все, красота. Мне нравится, мило, компактненько так встала, красота. Даже вот так поставить, не совсем, правда, дверь открывается, эта штука мешается, да? Но тем не менее, она открывается нормально, как бы зашел, закрыл, поставил. И вот так тоже компактненько, красиво смотрится. Вместимость, вот Ксюшина пока ботинки стоят, вместимость 4, да, 4 пары точно. То есть достаточно глубоко, надо сейчас свой ботинок попробовать поставить, не будет торчать. Нет, и мой влез, вот сейчас второй сюда поставлю. То есть те ботинки, в которых ходим, можно сюда поставить, очень удобно. То есть нормально, вот мой 40-го размера влез. И Женины влезут, я думаю. Нет, сейчас попробовала, Женькин ботинок не влезает, поэтому их надо будет ставить вот так на нижнюю полку. Поэтому не 4 пары вместимости. Скажем так, не 4 зимних. Летние это точно осенние, да, а вот зимние нет. Поэтому 2-3 пары. Ну и нормально. Ну, закаленное стекло на кухне. Сейчас все покажу, расскажу. Вот тут крепежи, все дела. Будем попозже с мужем крепить. 50 на 60 за 1000 рублей на Озоне брала. А для чего? Вот сюда. Видите, от духовки все-таки панель деформировалась и отклеилась. Я аккуратно вырежу, наверное, вот так вот кирпичики. Может быть, сверху целую панель сюда наклею, потому что здесь все-таки стык. Я вам уже говорила, что стык возле плиты лучше не сделать. Сейчас посмотрю, может быть, вот это вот вырежу и целиковую панель наклею, если будет хорошо смотреться. В общем, все вам расскажу. И здесь у нас будет теперь закаленное стекло, чтобы ничего не деформировалось. Да, вот так оно выглядит, как бы все здорово, толстенькое такое, хорошенькое. Вот. Клей наконец-то очень долго он шел, так что мы сейчас приступаем с вами к поклейке последней стены прихожей. Она, собственно говоря, оставшаяся. Показываю вам до. Как говорит, что мечта любого ребенка рисовать на обоях. Ее мечта сбылась. Вообще, моя мечта еще рвать их, конечно. Ну и почти после. Кое-что осталось доделать. Сейчас покажу, что сделала. Значит, все, здесь стену поклеили. Наверху поклеили. Уголок 4-сантиметровый сюда забабахали, пока строительным скотчем приклеила. Вот эти все промежутки буду промазывать герметиком. Вот этот. И внутри. Что у нас здесь внутри? Вот этот угол буду промазывать герметиком. И нужно купить 4-сантиметровый. Примерила 5-сантиметровый, вот чтобы вот это все закрыть и не клеить там панели. То есть вот такой вот ширины, он будет 5-метровый, может быть здесь чуть будет мешаться, можно будет чуть-чуть обрезать. И вот тут 5-сантиметровый вот такой же уголочек. Вот еще забабахаем прям туда вот так за шкаф, и здесь он вот так будет торчать. Вот. Вот такие вот дела. Провода, которые у нас здесь были, убрали за плинтус. Все отлично, все супер. Тут Ксюшкин, вон он там торчит один провод, Ксюшкин рюкзак стоит. В общем, здесь будем делать что-то интересное. Буду держать вас в курсе. Потом, ой, потом обязательно расскажу. И покажу, как замажем. В общем, вот такая вот уже красота. Коридор. Коридор. Уже цельный. Уже здорово осталось. Скажите, так, меня. По мелочам доделать. Вот эти дверцы нам тоже, наверное, друзья, сделают. Посмотрю, уже когда будут дверцы готовы, тогда я здесь буду доклеивать, замазывать. В общем, осталось две панели и много обрезков. Когда дверцы будут готовы, тогда уже буду думать, что и как там дальше делать. Помогает мне убираться, она просто сегодня королева вечеринки у нас. Королева нашла. Да, красота ты себе обрезочку такую сделала, вообще потрясающая красотка. Что, здесь не показала вам, кстати, как отстала панель, но она сильно отстала, на других видео, может быть, видно было. И я сюда целую приклеила, то есть взяла целую одну панель и приклеила ее сюда. То есть она здесь целиком. И сейчас скоро будем делать уже стекло. Стекло сюда, и будет красота совсем. Как бы все. Но не все, конечно, на этот момент все. Замазала углы, сюда уголок поставила.
И пока здесь строительный скотч держит его. Завтра снимем. Вверху угол замазали. Вот здесь пока ждем дверь. Вот тут все замазали. Такая красота. Пока на данном этапе коридор готов. Когда будет то, что я придумала вот здесь, пока не буду говорить, покажу обязательно. Ну и когда дверцы к этим полочкам сделаю, тоже обязательно покажу. Вот, так что вот так. Пришла, кстати, скатерть с Wildberries. Сейчас вам сразу покажу артикул, кому понравится. Мне девчонки в Telegram посоветовали, так вот артикул поставщика, 110 на 140, посоветовали скатерть, классную, правда, она мне под интерьер подходит, белая, и там такие листочки, типа как вот у меня на часах на кухне висят. Но я выбрала немножко другую, вот понравилась мне немножко другая, не видно пока ее цвет, я вам сейчас покажу до и после. О! И после. Вот такая вот красивая расцветка, она более ментоловая, почему-то вам камера... Ее делает такой приглушенный. Нет, она гораздо ярче. Слушай, сейчас попробую без оптической стабилизации. Более-менее похож, но она еще чуть-чуть поярче. Вот такая интересная расцветочка. Вот эта скатерть будет мыться на ура. Вот эта скатерть протираться будет на ура. Это клеенка ПВХ. И она протирается отлично. Еще есть небольшой залом. Она блежется, кстати, не сильно воняет. Они такие скатерти всегда воняют, но это нет, не сильно. Вот так вот. Вот такая расцветочка. Мне очень, кстати, нравится. Здорово. Красота. Пишите, как вам. Ну, на этом видео буду заканчивать. Стеклянное, стекло закаленное мы возле плиты еще не приделали. Будет в следующем влоге про ремонт. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.